Приветствую всех аквалюбителей. Сегодня будем клеить второй аквариум и доклеивать вчерашний. Но перед тем, как мне показать и сделать это, вот вчера говорил уже, чистили вот эти скалярии, кои, пластину. Они не рестятся. Сейчас посмотрим поближе. Вот видите, и кладка довольно нормальная, и они до сих пор еще не рестятся. Количество большое. Потом по роголистнику. Смотрите, вот роголистник тут растет. Тут роголистник растет. А цвета, вот что с метинисами-то? Света нету, как тут. То есть он питается от того света. Далеко, да, стоит. Тут же свет близко стоит. И роголистник плохо растет и разлагается. Да, даже не растет он разлагается. Смотрите, вот состояние. Вот скажите мне, в чем проблема? Тут свет есть, тут света нет. Там плохо растет, тут хорошо растет. И вот тут аквариум, у меня тут никого нету. Здесь свет прям в упор светит. Тоже хорошо растет. Пишите в комментариях, у кого какие идеи по этому поводу. Ну и вот наш аквариум. Доклеим вот эти углы, все четыре угла. И ребра жесткости наклеим. И сразу же его уберем. Ну, я думаю, вот сюда сейчас освободим. И сюда его поместим. И начнем клеить вот второй аквариум. Вот ребра жесткости. Ну, все, приступим. Друзья, вот перед тем, как доклеить вот эти вот углы и ребра жесткости, я очищаю вот от лишнего герметика. Самая вот нудная, тяжелая работа в аквариуме — это вот очищать этот герметик от стекла. Если у кого-то есть какие-то фишки по быстрому очищению, тоже пишите в комментариях. Посмотрим, обучимся, может, так и сделаем. Но я чищу пока вот таким вот скребком. Этот заржавел, видите, запасных лезвий нету. Сейчас братишку послал купить запасные лезвия. Ну, он удобный, вот так вот очищается. Вот. Но из-за того, что он ржавый, не так эффективно чистит. Ну, чистит, но долго приходится так вот делать. Вот так вот. Сейчас переносил, блин. Задел вот угол, видите. Вот так не треснуло, но край отвалился чуть-чуть. Ну все, сейчас братишка принесет лезвие, очистим и доклеим. И начнем второй. Ну вот, друзья, склеил я и второй аквариум. Вроде нормально все получается, руку набиваю уже, ну как бы, видите, уже большие объемы потиху научился. Но доклеивать будем завтра, и этот, и вон тот почистили, доклеим завтра, ну то есть углы плюс этот, ребра жесткости. Сегодня тут чуть дел появилось просто еще дополнительно. Ну и этот, кормил рыбок, вот у меня, помните, пицели я на продажу привез, но передумал и захотел себе оставить на производ. Вот их кормил и смотрю, тут, блин, сильно пузатые, прям лопнуть хотят. И думаю, блин, они случаем не заболели ли? Вот, кто спец по пицелиям, скажите мне. Смотрите, какие они пузатые.
прям очень сильно куда-то. Здесь 6 штук. 6. И вот я всегда, когда вижу таких пузатых, я начинаю переживать, блин, не водянка ли у них. Но питаются, плавают, прям хорошо себя чувствуют. Не сказать, что как будто они больные. Но у них такой размер маленький, и вот это родовое пятно у них прям такое маленькое-маленькое. Ну, обычно, когда хочет метать живородку, у нее же пятно, вот это черное пятнышко, оно же большое становится. А тут прям у них маленькое оно. И вот я не знаю, либо больные, либо хотят принести малька. Но все равно на всякий случай 6 штук отловил. Сейчас помещу туда вот этот субстрат. А вдруг накидает малечка. Вдруг накидает малечка. И чтоб было где спрятаться мальку. Ну, на всякий случай. Посмотрим. Ну и сейчас поставлю аэрацию им. Ну, по вчерашней кладке все-таки штук вон 7 штук икринок, 3, 7, 8 даже побелело снизу, вон лежат, видите, 8 штук побелело. Тут все нормально, то что на пластине, но ее очень мало. Здесь икринок 20, наверное, осталось, около 20. Ну ничего, думаю, хотя бы получим штук 10-15, и то это будет хорошо. Ну, на этом все, друзья. Всем успехов, крепкого здоровья, не болейте. До встречи.